В спасении людей нередко участвуют и пожарные. Приходится это делать не только на работе. Герой нашего следующего материала Юрий Глотов вынес из огня троих человек. Сегодня из рук губернатора он получил медаль за спасение погибавших. Слово Михаилу Карелину. Отец прибегает, говорит, Юрка, там, говорит, дом 51 горит. Я говорю, батя, как 51 дом может гореть, он же арболитовый. Прибегаю сюда, значит, смотрю ситуацию такую, значит, из подъезда дым. Поздней ночью в доме загорелась проводка и деревянные перекрытия. Многие могли погибнуть во сне. Свет в квартирах потух, и все заволокло дымом. Я просто дверь открыла, и тут не выйти было, мы в окно выпрыгивали. Все в чем были, только шуба и тапочки. Приходилось действовать быстро. Профессиональный пожарный Юрий Глотов живет по соседству. Он оказался на месте ЧП одним из первых. Я через сугробы, значит, к окну. Вот, окно уже было разбито, значит, я на поребрик. И, значит, в окно туда вот залез. Вот, там дымно было, вообще ничего не видно. Я давай руками вот так вот махать, значит, ну, чтобы его так как-то обнаружить-то. Потом хоп его, и как-то вот зацепил, и как ну. На втором этаже дома жили мать и сын, оба инвалиды. Юрий на руках выносил их из квартиры по приставной лестнице. За действиями сына наблюдала мама пожарного. И этот пошел туда же, в спасатели. И, знаете, вот уже я и плачу. Каждый раз очень переживаешь. Даже выезжают на пожар там или где-то он на работе, и думаешь, выехали куда или нет, живой или нет. Умелые действия пожарных вовремя остановили огонь. Жители горевшего дома события той страшной ночи вспоминают часто, как и про подвиг соседа. Вот этот Саша должен Юрию Глотову поставить памятник при живом, так как он его спас. Иначе он был бы мертвый. Памятник Юрию не поставили, но медаль за спасение людей он заслужил. Сегодня награду он получил лично из рук губернатора. Честно говоря, не ожидал, что получу медаль, потому что как бы не за медали людей спасал. Стать героем может каждый. Нужно лишь немного смелости и желание помочь людям. Михаил Карелин, Антон Воробьев, Алексей Малаховский. Новости 24, Архангельск.